Привет всем, кто любит мультики. В эфире программа «Таёшкин сказки». И я ее ведущая Катя. Это мой друг Ёжик. Знакомьтесь. Всем привет. Я Ёжик, ни головы, ни ножек. Живу на улице Таёжной по фамилии Таёшкин. Ёжик на своих иголках приносит мультики, которые сделали егорские ребята. А сегодня я принес вам горячий привет от участников студии «Сёхри Хохри». А что это за студия и где она находится? Сейчас узнаем. Привет, мальчишки и девчонки. Меня зовут Наумова Наталья Александровна. Я руководитель детской анимационной студии «Сёхри Хохри», что в переводе с хантыйского языка «стрекоза». Наша студия располагается в детской школе искусств номер 2 города Нижневартовска. Наши мультфильмы на очень разные темы. Наш коллектив небольшой, но очень дружный. В него входят как взрослые педагоги, так и детки. Нашей студии уже больше 10 лет. И за это время мы создали более 50 мультфильмов. Ёжик, спасибо, что познакомил нас с такими замечательными художниками. Чем нас еще удивишь? Я принес вам письмо. Так называется мультфильм, который сделала студия «Сёхри Кохри» ко Дню Победы. Ребята хотели поблагодарить всех защитников Родины. Здравствуй, милая мама. Шлю, родная, привет. Самый пламенный, самый... Слов даже нет. Мама, честное слово, ты бы хоть раз поняла, я жива, я здорова, я какая была. Впрочем, та или другая, разберешься сама. Я как раз отдыхаю, добралась до письма. Тихо, тихо в землянке. Чуть почувствуешь тут, как тяжелые танки по дороге пройдут. Столик, ящик на ящик, вата, бит под рукой. Вот и весь набращик мой приемный покой. На печурке кирпичный, круглосуточный чай. Все обычно, привычно, и живи, не скучай. Знаешь, милая мама, нет, послушай сперва, не девчонки упрямой, это друга слова. Я в пути возмужала, был нелегок он путь. Стала крепче, пожалуй, и постарше чуть-чуть. Нынче все ничего мне, а бывало нет сил. Первую ранину, помню, мне воды подносил. Я вздохнуть избегаю, это можно потом. Я ведь врач, дорогая, и военный притом. А когда перевязка затяжная идет, тут и ласка, и сказка, тут и присказка вход. Тут что надо, то надо, и держись до конца. Но какая награда встретить после бойца? Вот он вылечил руку, возвращается в бой. Как с товарищем другом говорит он с тобой. И тебе той рукой руку жмет человек. И спасибо такое, что запомнишь навек. Тут секунда другая, и в карман за платком, хоть и врач дорогая, и военный притом. Но какие все люди, и какие друзья, пусть же памятно будет им хоть ласка моя. Хохри, спасибо за мультик. Встретимся с вами еще раз. Всем хорошего дня. И хорошего настроения. Всем пока.